Сегодня 25 октября. Я иду на второй этап соревнований Мистер Фитнес Челябинск 2014. Это силовой этап, где будет джим, лежа, уголок в висе на время и эстафета. Посмотрим, что из этого выйдет. Икра. Собравшись в холле, мы первым делом пошли разминаться и репетировать открытие. После открытия стартовал жим лежа. Я показал результат в 16 выжиманий. Внимание, техника жима. Техника. Касание груди, выпрямление локтей полностью, отсутствие явного отбива. То есть полное амплитуда движения. Таз и отрываем. Все, мы не отдыхаем, темпы движения средние. Не отдыхаем, то? Как не отдыхаем? Лидеры Андрей Трусов и Алексей Винниченко 54 и 48 выжиманий соответственно. Надо еще на выдохе, да, выжимать? Результат 27. Ой, нифига себе. Следующим этапом было держать уголок в висе на время. Тут лучшее время показал Лимонов Алексей, 62 секунды. Я продержался 28. Это не для пацанов. Моника чай. Не снимай. Заключительным этапом была эстафета. Я преодолел ее за 65 секунд, и это было шестое время. Лидер сделал это за 52 секунды. Yeah.
Назад беги! Затем у нас был мастер-класс по боксу и объявление результатов. Победил Алексей Лимонов у парней и Полина Воложенина у девушек. Это не для пацанов. Игра. Now when I was a little boy, the angels.